Всем приветики. Купила себе еще один вибродинамик. Пришел он из Китая, вот в такой вот упаковочке, обтянутый вот такой вот лентой, зажат лентой и в каком-то поролоне. Прошлый раз в точно таком же поролоне пришел. Ага. Здесь какая-то визитка. Да, в прошлый раз такая же была. Ого! Даже в ВК есть. Ничего себе! Прикольно. Так. То есть здесь два поролона. Один. А в нем еще и второй. Да, серьезно перетянут. Мне кажется, я уже все порвал. Да, я просто оторвал кусок. Но оно так заклеено, что, ну, блин, нереально просто. Так, а вот и сама вещь. Это все была упаковка. Так. А вот это у нас сама вещь. Тоже заклеено. В прошлый раз тоже было заклеено. Таким вот провода были приклеены скотчем. Ух, любят они скотчем таким клеить, жестким, который не хочет отклеить. Где они такое берут? Им можно вообще две трубы склеить, и они никогда не распадутся вместо сварки. Чё за жесть, блин? Невозможно отодрать. Это нереально. Откуда они такой скотч берут? Он покруче синей изоленты будет. Это слишком жестко. Так, вот так. Так, тоже убираем. Здесь двухсторонний скотч вроде. Этот как он? Не скотч, а этот. Ай, клейкая, короче. Двухсторонняя клейкая. Пятно можно отодрать. Приклеить сюда. С одной стороны стираешь пленку, с другой клеишь и прижимаешь, и все. Здесь показываются его характеристики, ну и провода, которыми можно присоединиться к чему-нибудь. Ну и сам он вот такой вот сам по себе. Вот это вот сама прижимная часть и динамик. Так, ну что ж, надо опробовать. Сейчас я подключу и посмотрим. Итак, вот он, мой усилитель. Только тот провод, который у меня есть, который вставляется вот сюда, он у меня один, в комплекте был один, и он уже задействован, он уже припаян и замотан, там уже все серьезно. Придется подключать как-нибудь вот так вот. Тут я специально вставил картонку, чтобы не замкнуть, потому что если замкнуть, может еще и сгореть что-нибудь. Поэтому я сейчас как-нибудь аккуратненько подключу, и можно будет проверить. Ну все, подключил, работает. Таким вот образом подключил. Главное в таком подключении, чтобы оно не закоротило. То есть ставить провода так, чтобы они не закоротили контакты, иначе может сгореть. И я вот, получается, вставил бумажку между контактами. И как раз-таки бумажкой зажал эти провода.
Ну и вот он играет. Можно даже погромче сделать. Ну, то есть нормально. Так, сейчас посмотрим, что у нас там. Просто я не знаю, видно, не видно, фокус какой-то слабый. Как оно там закреплено. Именно проводами. То есть можно даже без всяких особых наворотов и умений закрепить. Так, сейчас поставлю на паузу музыку и не знаю, видно ли там, не видно. Мне что-то кажется, что плохо. Так. Оно больше мои пальцы показывает. Так, где там, как там. В общем, суть такая, что между этими двумя кадактиками стоит картонка. Вон она. И самой этой картонкой слева прижат провод к контактику левой половины. И справа также прижат. Еще проводоплетение такое интересное. Черт, непонятно, блин, четко оно или не четко. Да уж. Но думаю, суть ясна, как бы. Вот, получается. Два контактика. И вот так вот стоял этот провод подключен к этому контактику, а этот к этому. А чтобы они друг с другом не перекликались, можно же случайно закоротить. Бумажка рядом. И эта бумажка с левой стороны приживает левый провод, а с правой – правый. По-моему, гениально придумано. Такая вот бумажка, картонка, такая вот вставляется посередине между контактиками и так вот стоит, ограничивая их друг от друга, не давая замкнуть. Плюс с этой стороны под эту сторону подсовываешь, она держит, и с этой стороны под эту, и друг друга прижимает, вообще удобно. Вот, ну вообще классно. Вот такая штука вторая. Просто первый я уже подпалил немного. Вот он мой первый. Я его уже немножко улучшил. А этот еще новый, не подпаленный, должен сочнее и лучше играть. Потому что это тоже трохи подпаленный. Но еще так сделал на нем, чтобы когда прижимаешь к потолку, и оно со всей силы бахает, летит сюда вот внутрь побелка. Я поэтому закрыл. Закрыл, чтобы она не летела туда. Вот, плюс еще снизу дырочка. Вот здесь вот. Вот это вот. И мне кажется, она нужна для того, чтобы воздух выходил от прокачивания. А так как оно прижато вот так вот, то он не выходит. И надо сделать хотя бы вот так вот, чтобы тут какой-то небольшой зазор был. Ну вот. Но этот первый, а этот уже второй. Этот уже слегка подпаленный, но я его два раза подпалил. Он аж вырубался от температуры. А этот свежий, ну и должен быть лучше. Ну, то, что с каждым его вырубанием он становился хуже, ну то есть тише. А этот должен, ну, громче и мощнее быть. Потому что он
еще свежий, не подпаленный. Вот. Ну, а как он будет, буду тестить, пока что не знаю. Суть в том, что он пришел, то, что он целый, то, что он работает. Ну, а дальше будем тестить. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедово.